И снова в ЗАГС, как и много лет назад, только сейчас за плечами у этих семей десятки счастливых лет супружеской жизни, а чувства все так же сильны. Свои подписи золотые, изумрудные и бриллиантовые юбиляры внесли в памятную книгу как символ крепких семейных отношений. Мероприятие традиционное, мы проводим его раз в квартал. Приглашаем юбиляров семейной жизни, которые прожили 50, 55, 60, 65 и выше. Поздравления от главы района Олега Хромова, главы городского поселения Видное Моисея Шамаилова, представителей социальной защиты населения и, конечно, сотрудников ЗАГСа. Такого внимания эти люди действительно заслужили, ведь они являются примером счастливой супружеской жизни. Искренне горжусь такими жителями и хочу вам пожелать только одного – мира, добра, благополучия. Сусанна и Сергей Никифоровы 55 лет в браке. Они познакомились еще в школе, долгое время дружили. Потом Сусанна ждала своего Сережу из армии, а в 62-м году они расписались. Воспитали двоих детей, сейчас помогают им растить внуков и правнуков. За годы совместной жизни их любовь стала только крепче. Он слишком порядочный вот человек. Он не понимает, что такое белый, черный, у него только вот так. За это и любите? Ну, конечно, надежный. Да это, наверное, как-то природа сама вот так вот подсказала, что вот надежный человек она. Ну, объяснить это, наверное, невозможно, как это может быть. В свою супругу Валентину Сергей влюбился с первого взгляда. Их знакомство произошло на катке. Молодая девушка часто приходила на хоккей поболеть за местную команду. Там-то и решилась судьба двух людей, которые счастливы в браке уже 50 лет. Но завоевать сердце девушки было не так просто. Бывало, и дрался из-за нее. Все бывало. Было такое. Как только мы познакомились вот в первый день, он сразу сказал: «Я тебя люблю». В первый же день. Я ему говорю: «Как собака палку». Ну, блин, я до сих пор люблю. Узы брака уже десятки лет соединяют этих людей. И таких семей в Ленинском районе много. С начала этого года в торжественной обстановке поздравили более 40 супружеских пар. А в декабре в ЗАГСе пройдет еще одно мероприятие, где будут вновь чествовать золотых и бриллиантовых юбиляров семейной жизни. Ирина Боков, Алексей Руднев, Елена Кошелева, Видное ТВ.